Мальчик сделал себе грудь и превратился в девочку, а также волосы, ногти, губы, уменьшила кадык, сделала феминизацию лица, но осталось же кое-что еще, так сказать, в штанах. Но вы поняли, дело в том, что на ютубе я не могу произносить эти слова и... Младший брат, в общем. Бубука, шершавый, волосатый мотороллер, ну короче, вы поняли. Как вы думаете, что будет делать с ним корейка? Ну а в целом, еще один парень в этом мире был потерян. А самое страшное, что появляется все больше подражателей, ведь многие ее подписчики тоже захотели сделать себе подобные операции. В общем, этот мир сходит с ума. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.